В Уральске впервые прошел IT-хакатон, в котором приняли участие специалисты с ограниченными возможностями. Основная его цель – разработать инклюзивной команде абсолютно новые и оригинальные пути решения социальных проблем инвалидов через IT-технологии. Главная цель хакатона – разработать проекты, которые будут решать социальные проблемы людей с ограниченными возможностями. Это касается трудоустройства, доступа к информации, образования и, конечно же, инфраструктуры. Инвалиды-колясочники говорят, что на сегодняшний день инфраструктура, то есть пандусы, имеются в основном только в социальных объектах. Что касается торговых домов, увеселительных заведений и других зданий для организации досуга и получения элементарных услуг, например, таких как парикмахерская, прачечная и многие другие, по-прежнему остаются недоступны для них. Именно для этого эти специалисты организовали встречу, чтобы найти современные пути решения. Первая наша задача – это мобилизовать ребят отдаленных регионов на то, чтобы они стали более активными, проявляли свою инициативу, и чтобы бизнес-структуры, государственные структуры узнали о талантливых ребятах, которые живут по всему Казахстану, особенно в сельских регионах. И мы хотим показать, что есть такие ребята, которые нуждаются в поддержке, нуждаются в том, чтобы их стимулировали. Хакатон будет проходить в 5 регионах. Первый стартовал в Уральске. Команды, которые разрабатывают свой проект, создаются из нескольких человек, куда входят не только люди с особыми потребностями. Их задача – доказать членам жюри, что их идея поможет решить определенную проблему, например, если это касается трудоустройства, то есть возможность разработать мобильное приложение, с помощью которого можно будет мониторить вакансии. Это очень нужный проект. Сейчас масса проблем людей с ограниченными возможностями, и мы не говорим о каких-либо личных проблемах, а именно глобальных. И решение этих вопросов с помощью IT-технологий – это что-то новое для нас. Поэтому молодым людям это очень интересно здесь. У нашей молодежи много идей, но не всегда на их реализацию есть средства. А участие в этом хакатоне позволит выиграть денежный грант для своего социального проекта. Необходимо отметить, что разработчики 3 лучших проектов смогут принять участие в IT-лагере в городе Алматы, который пройдет со 2 по 6 апреля в образовательно-оздоровительном комплексе, а также пройти обучающий курс в данной сфере и получить грант на реализацию своего проекта. Общая сумма грантов составляет 2 миллиона тенге. Юлия Мутылова, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк.